Зеленая зона по улице Молодежной около театра драмы. Место, где ежедневно гуляют сотни барнаульцев. Эта территория давно стала едва ли не самой популярной для организации праздничных мероприятий, поэтому внимание к ней большое. Тем более последнее благоустройство было аж в 1980 году. Здесь необходимо провести высадку новых деревьев, кустарников, обновить газон, сделать освещение, посадить новые цветы, оборудовать новые цветники, сделать пешеходные дорожки, установить новые лавочки и урны. Выбрать из 37 возможных территорий может любой желающий. Барнаульцам в этом помогают волонтеры Алтайского колледжа. Сегодня они работают в торговых центрах, а на городских мероприятиях их можно встретить и на улице. Студенты подробно расскажут и покажут, как можно проголосовать. Есть несколько способов. Мы предлагаем жителям Барнаула отсканировать QR-код и на страничке za.городскаясреда.ру проголосовать посредством авторизации через портал госуслуги, а также с помощью нас, волонтеров, по подтвержденному номеру телефона. Участие в голосовании могут принять все барнаульцы в возрасте от 14 лет. Оно продлится до 31 мая. Осталось всего 16 дней. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.